солнце наблюдается некроз левой тазовой конечности. Также на видео не особо видно, но вот если приближу, видно выделение из петли. Конечно, рекомендовано сделать УЗИ, в идеале стерилизацию, и лапа, скорее всего, пойдет под ампутацию. Мы видим, что лапа в принципе высохла. Ну, никакой болевой чувствительности в принципе здесь нет от слова совсем. Вот, поэтому лапу нужно ампутировать. Вот. Здесь и кость оголена полностью из-за оголения кости. Соответственно, здесь никакой трофики нет. Вот. Смысла в рентгеновском снимке мы не видим, это бесцельная трата денег, потому что здесь и так понятно, что здесь, ну, просто голая кость, то есть здесь никакие ни мышцы, ни сосуды, ничего не идет, и ничего с этим сделать уже нельзя, кроме как ампутации. Thank you.